Итак, первый раунд. Что хотелось бы сказать сразу про Эрниса Тагаева. Это очень волевой боец. Потому что вот поединки, которые он проводил на Кубке Матби, складывались для него, особенно финал. Ну, настолько тяжело, что представить сложно. И вот чудеса выдержки он показывал. Джеб по туловищу. Исполнение Эрниса. Ну а соперник отвечает тут же левой по печени. Два встречных джеба мы сейчас увидели, друзья. Которые оба достигли цели. Сошлись в обмене. Но мне кажется, здесь Салман Саралиев чуть побольше забрал. И хороший удар по туловищу. Теперь уже точный в обвод блока. Начинает постепенно прибирать инициативу к рукам Салман Саралиев. Поджимает соперника к забору. Вот такой обмен. Идет в борьбу сразу Эрнис Тагаев. Но отдает спину. Залезает на соперника Салман Саралиев. И сейчас будет пытаться душить. Уже душит, Роман. Да. Мне с этой позиции лучше видно. Уже душит. Очень тяжелое положение для Эрниса Тагаева. Но мы видим, что, в общем-то, варианты выхода присутствуют пока, во всяком случае. Но продолжает гнуть свою линию Салман Саралиев. Еще раз напомню, что Эрнис Тагаев очень терпеливый спортсмен, очень волевой. Если сейчас, ну, явно совершенно не возьмет на удушающий своего соперника Салман Саралиев, то, конечно, Тагаев будет сражаться до последнего. И в таких ситуациях всегда есть опасность. Вот ты не доработал, не довел свою атаку до конца, отпустил. И бывали такие случаи, когда спортсмены потом уступали. Да, уступали. Это оборачивалось против них. Да, так что, ну, в этом, наверное, заключается своего рода профессионализм, да? Ох, сейчас под руку здорово ударил Салман Саралиев и продолжает это делать. Очень жесткие удары пропускает Эрнис Тагаев. Нужна активная защита представителя Кыргызстана. Снова попытка удушить. Пока не делает никаких попыток подняться. А вот первое. Эрнис Тагаев терпит. Терпит все удары, которые доходят до цели у его оппонента. Но, конечно, вечно терпеть это невозможно. Третья попытка взять контроль над шеей. Ну, с другой стороны, все правильно делает оппонент Эрниса Тагаева. Размягчает ударами. Уже готов был сдаться. И все-таки сдается Эрнис Тагаев. Несмотря на твои прогнозы и анонсы, вот упорного боя не получилось. Не получилось, да, просто соперник Эрниса Тагаева сразу забрал инициативу в свои руки. Третьей и ее просто 24 секунды первого раунда. Не будем забывать о том, что дзюдзюцу это один вид спорта, ММА это совершенно другой вид спорта, несмотря на, казалось бы, похожие правила. Но я совершенно не умаляю заслуг Салмана Саралиева, который очень хорошо провел этот поединок и абсолютно заслуженную, достойную победу одержал.